Привитанне. Мессерструктор в Беларуси чувствует себя прекрасно, акклиматизировался, скоро будет инвазивным видом. Ну, по крайней мере, у меня на балконе. У них расплода чуть-чуть есть, вон они кучечку эту облизывают. Интересно, что я их стал накрывать стеклом, и они почувствовали изменение влажности и перенесли все маковые зерна на арену. Ну, в принципе, это им как бы не мешает. Я думаю, проветриваю периодически. Я запустил мушку, дрозофилку, но она ползает под стеклом, и они на нее внимания не обратили. Слишком живая для них, наверное. Кушают они мушек аккуратненько, но придавленных, потому что побаиваются они живых мух, потому что их слишком мало. Они очень активно пытались исследовать вторую пробирку, поэтому я вынул оттуда ватку. Сначала они там пару занесли зернышек, но в итоге потеряли интерес к этой пробирке и тусуются все в первоначальной своей грязненькой пробирочке. Так что можно сказать, пока жива мамашка, жива колония, и все у них почти хорошо. Посоветовали мне бросить грецкого ореха им, тоже этим мессором. Типа они грызут очень хорошо, но, наверное, еще слишком свежие эти грецкие орехи, они на него даже внимания не обратили. Яблоко хорошо кушали, на арбуз внимания практически не обращали. Бросил им шлифованные зерна проса, которые в магазине продаются, но они все дружненько вынесли в мусорку. Я их вон почистил, ту мусорку, пока что тут движения особо нету, так что можно смело. Они очень робкие, очень спокойные, просто еще не почувствовали свою силу. Спасибо за просмотр, до побачення.